береза росла кривая, вот такая. С один ствол вертикально шел, а другой вот такой кривой. Этот кривой отпилили, и он за кустиками, его не видно было. Просто-напросто. Он не попадал в поле зрения зеркала. Я так слышу, думаю, опа, приплыли. Что самое интересное, никто не предлагал даже браться. Не-не-не, мы за это не будем браться. Вот машина, а вот счастливый хозяин. Сейчас попробуем. Это у нас кто? Андрей. Не, Mazda 6. Кстати, так, понятно. А, ну и правильно сделал, кто с такой мордой, блин. Как под этим, под магазином. Вот попробуем стоять. Сейчас подергать ее, понянчить. Потрогать за... вымя вмятинку. Современный. Ну вот, не все получилось, но клеевой по-любому подергались. А тут уже дальше надо дорабатывать крючочками. Стало, конечно, чуть получше, но вот эти вот дефекты уже надо делать крючочками. Вот они видны. Если хозяину не лень будет, он приедет, и мы это доделаем. Ну, после 10 числа уже придет. Хорошо. Смотрите, я вас на видео записал. Да. Потом не отопретесь.